23 февраля 1945 года. Сегодня объявляется выходной, решил Штирлиц. Выходной вечер. Сегодня было 23 февраля, день Красной Армии. Это был день, который полковник Исаев всегда отмечал. Отмечал по-разному, в зависимости от обстоятельств. Ленинград, 1942 год. Сталинград, 1943 год. Thank you.
Москва, 1944 год. Айсман уже несколько дней занимался делами Штирлица. Он переворошил кипу документов, но никак не мог понять, почему Штирлиц попал под подозрение, под колпак, как говорили у них. Дело на шлага Фрица, католического священника, дата ареста 23 июня 1944 года. Обвиняется в антигосударственной деятельности и покушении на фюрера. Постановлению на арест предшествовали два доноса. Барбары Крайн и Роберта Ничи. Оба они были прихожанами его кирхи, и в их доносах говорилось о том, что в своих проповедях пастор Шлаг призывает к миру и братству со всеми народами, осуждает варварство войны и неразумность кровопролития. Объективная проверка установила, что пастор несколько раз встречался с бывшим министром Краузе, который сейчас жил в эмиграции в Швейцарии. У них наладились добрые отношения, однако никаких данных, указывающих на политическую связь пастора с Краузе, в деле не имелось. Айсман недоумевал, отчего пастор Шлаг попал в разведку, почему он не был отправлен в гестапо, отчего...